Приветствую вас, братья и сестры. Сегодня мы продолжаем рождественскую тему, потому что с нами самые важные хористы сегодня, которые будут рассказывать и петь, участвовать в собрании, слава Богу, несмотря на вот такую обстановку с болезнями, наш хор собрался, и они сегодня будут участвовать и прославлять Господа. А мы вместе будем назидаться, будем слушать их пение, их рассказы, и радоваться, и прославлять Господа за Его Рождество, за приход Его в этот мир. Давайте мы сейчас склоним наши головы, помолимся и попросим благословения. Господь наш, мы благодарны Тебе за то, что Ты пришел в этот мир, и мы радуемся, вспоминая это событие. Мы благодарим Тебя за это вечернее собрание, когда мы вновь можем слышать эту истину, эту весть. Мы благодарим Тебя за самых маленьких участников нашего собрания, вот за этот маленький детский хор, за то, что Ты их благословляешь, и за то, что они здесь вместе с нами в доме молитвы. Благослови, Господи, их участие, каждого, кто будет петь, рассказывать. Благослови, Господи, и помоги, чтобы каждый из них, возрастая, мог сердцем принять эту истину, что Ты пришел в этот мир, чтобы стать спасителем каждого из них. И нас благослови, Господи, слыша вот эти повествования, принимать это сердцем и радоваться, и прославлять, и молиться Тебе. Прибудь, Господь, с нами в этом собрании, да будет в нем Тебе слава Господу нашему. Аминь. Давайте споем все вместе рождественский гимн «Тихая ночь, дивная ночь». В той стране были на поле пастухи, которые содержали стражу у стада своего. Вдруг явился им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим.
И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно с ангелом явилось многочисленное воинство небесное, славящее и взывающее: «Слава Вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение!» Иисус в ночь пел дивный хор, и я сегодня веселюсь, ярче всех зор. Ту полночь встретили Христа простым пастухим, сегодня та же темнота и тяжкие грехи.
Кто ко Христу придет теперь, он придет и спасет. К нему всегда открыта дверь, он всех себе зовет. Аминь. Овечек, родился Спаситель, Сын Божий предвечный. Крестов хор небожитель дивных рождения креста и пел чудный гимн. Хвала Яса на рожденному Ясе, унють подарит любовь и согласие. Мир, радость, покой и души обновление, тоскрешникам бедным, а зла избавлением. Аминь. Oh,
поспешали принести Христу свои дары. Как прекрасно дитя пелена, он в воскресенье людям принес. Он родился и наши сердца, наш любимый Иисус Христос. Братья и сестры, перед нами вот этот прекрасный хор, и у него очень хорошее название. Детки, как ваш хор называется? Скажите, пожалуйста. «Птички Божьи». Но я вот смотрю на вас, вы больше похожи на ангелов. На ангелов вы похожи. «Птички Божьи», а как долго вы сюда летели? Откуда вы прилетели? Никто не знает, откуда. Прилетела сюда. Очень хорошо, что вы сюда прилетели, птички Божьи. Вы знаете, детки, вот я сидел и думаю, почему ваш хор так называется? Вот там чуть взрослее, детки, я взрослее. Может, вы мне ответите, почему вы называетесь птички Божьи? Никто не знает. Знаете? Почему вы называетесь птички Божьи? Потому что мы Бога должны любить. Правильно? А я вам скажу, детки, почему. Я думаю, что так. Я, наверное, вгадал. Потому что, когда вы были очень маленькие совсем, когда вы родились в этот мир, ваши родители взяли вас и принесли в Дом Божий. И они, знаете, что сделали? Они посвятили вас Богу, и теперь вы принадлежите Богу. И вы детки Божьи, вы птички Божьи. И вы прославляете Бога, и как вот этот братик сказал, вы должны любить Бога. Детки, вы сегодня очень хорошие песни поете. Но я вот сидел и думаю, кто мне может хоть пару человек сказать, о ком вы сегодня поете? О ком вы сегодня поете? Давайте я вам дам микрофончик. Давайте. Об Иисусе Христе поете? А кто может сказать, кто такой Иисус Христос? Иисус – это наш Спаситель. А ну, еще раз. Иисус – это наш Спаситель. Наш Спаситель. Вот ты молодец. А кто тебе сказал вот это? Это я знаю. Молодец. Детки, Иисус Христос – наш Спаситель. Это самая главная истина, детки. И вы это все знаете так? Да. Молодцы. Скажите еще, пожалуйста, где Христос родился?
В яслях, на сене. Молодцы! Он родился в бедных яслях. Детки, а как вы думаете, почему он родился в бедных яслях? У никого не было места для них. Правильно, для Христа не было места. А знаете, почему еще Иисус Христос родился в бедных яслях? Чтоб к Нему могли прийти все. Бедные люди, правильно? А знаешь, кто это бедные люди? Вот мы такие все, мы. Если бы Он родился в царских чертогах, мы туда не могли бы прийти. Но вот Христос пришел и родился в бедных яслях, чтобы все к Нему могли прийти. А вы знаете, кто к Нему пришли? Пастухи пришли. И еще кто пришел? Мудрецы пришли. Очень правильно, детки, что вы знаете эти истины. То есть к Иисусу Христу могут прийти все. И богатые, и бедные. Иисус Христос всех принимает. Последний вопрос, детки. А вы знаете, какая цель была у Христа, чтобы Он пришел в этот мир? Давай. Почему Он пришел в этот мир? Чтобы спасти нас. Очень правильно. Он пришел в этот мир, Бог пришел и принял вот это маленькое тело, родился в этих бедных яслях, чтобы нас спасти, детки. Это очень важная истина, и я очень рад, что вы знаете эту истину. Детки, но я вот вам хочу рассказать одну историю. Я думаю, может, вы знаете. Я потом задам вопросы вам, пару вопросов. Смотрите, я вам прочитаю, но я хочу, чтобы вы внимательно послушали этот рассказ. Это было давным-давно. Это написано в 4 книге Царств, 5 главе. Послушайте, детки, я вам задам пару вопросов. Нееман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый потому, что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. И сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неемановой. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря: «Так и так говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Нейману: «Пойди, сходи, я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6 тысяч сиклей золота и 10 перемен одежд. И принес письмо царю израильскому, в котором было сказано: «Вместе с письмом сим вот, я посылаю тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог?» Детки, слушайте внимательно. «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал однажды свои одежды свои, то послал сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». Детки, вот такая короткая история. В израильском народе был Божий пророк. И однажды, когда в плен взяли маленькую девочку, мы не знаем, сколько ей лет было, но я думаю, что она приблизительно, может, была, как вы вот здесь. Может, чуть постарше, мы не знаем. Там даже нету имени ее. И я вам потом скажу, почему. Я так думаю. Ну вот смотрите, и вот когда в плен забрали вот эту девочку, пришли от мамы, забрали ее, и она служила в одного военачальника. И этого военачальника звали Нейман. Кто из вас знает эту историю? Кому из вас родители рассказывали? Вот, есть, значит. Хорошо, детки.
Слушайте дальше внимательно. И вот этот военачальник, он был сильный, он был начальник, его очень уважали, у него власть, сила была. Но у него была одна проблема. Знаете что? Он был очень сильно заболел. Детки, он заболел болезнью, которую никто не мог исцелить. Он был богат, он мог найти докторов, он мог бы лекарства найти, даже купить их. Но эта болезнь, проказа, никто не мог исцелить ее. И вот этот военачальник, он понимал, что его вся жизнь уже подходит к концу, и он умрет. Эти люди, которые были прокаженные, они не могли быть уже с народом, как обычно. Их надо было где-то там за стан отправить, чтобы они там были. Но вот маленькая девочка была, детки, слушайте, братики, внимательно, была маленькая девочка. Благодаря этой девочке, послушайте, он получил исцеление. Он не знал, что делать, у него больше выхода не было. Но вот эта маленькая девочка говорит жене Неймана: если бы господин, и сказала она госпоже своей: о, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он бы снял с его проказу его. Представляете, вот эта маленькая девочка с малых детских лет, она уже знала, что в ихнем народе есть Божий пророк. И вот она говорит госпоже: если бы вот Нейман пошел он туда, он бы снял с него проказу. И вот этот его господин посылает туда все богатство, с ним говорит, к царю говорит: вот я посылаю тебе. И мы как читали, детки, вот этот царь, он не мог это сделать, но это мог сделать только Божий пророк. Детки, что я хочу сегодня вам сказать? Сегодня вы знаете вот Божьи истины уже с малых лет, что Христос пришел в этот мир, Он родился для того, чтобы мы могли быть спасенными. Детки, Он исцеляет всех, кто приходит к Нему. Вы знаете, от чего Он должен исцелить сегодня нас? Кто знает? Детки, говорите, кто знает? Он... Давай, говори, брат. Детки, Он пришел, чтобы исцелить от проказы греха. Христос, написано в Луки, есть место, послушайте, детки, написано, Иисус Христос говорит: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать плененным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Детки, вы уже вот эту истину знаете. И как важно, чтобы вы могли даже указывать людям и говорить, где вы находитесь, в школах, да? Что есть Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти кого? Грешников спасти. Правильно, нас, детки. Иисус Христос исцелил меня от проказы греха. Детки, Он также пришел ради вас, чтобы вам дать исцеление. И когда вы подрастете, вы должны принять Иисуса Христа в свое сердце. Вы должны посвятить свою жизнь Господу, чтобы Он исцелил ваши души. Потом, чтобы вы могли другим людям указывать на Иисуса Христа и говорить людям, может, своим друзьям, friends свои, что вы должны принять Иисуса Христа, чтобы получить исцеление. Детки, я хочу, чтобы мы сегодня с вами помолились. И я знаю, что многие из вас любят молиться, правда? Вы сегодня желаете помолиться? За что вы будете сегодня благодарить Бога? Чтобы вы могли тоже спастись. Детки, благодарите Иисуса Христа, что Он пришел в этот мир, что Он родился в бедных яслях. Детки, я хочу также попросить вот ваших родителей, они сегодня есть в зале здесь, ваши родители? Кого родители в зале есть, скажите?
Много ваших родителей в зале есть. Я хочу попросить вас также, отцы, матеря, чтобы вы сегодня помолились за вот этих деток. Они пришли вот в этот мир. И вы знаете, в этом мире есть этот враг, который пришел, чтобы ищет, чтобы украсть, убить, погубить. И сегодня вот эти детки маленькие сегодня нуждаются, чтобы вы сегодня за них молились, чтобы вы окружили их вот этими молитвами. Когда Моисей был маленький, вы помните, что хотели с ним сделать? Его хотели убить. Вот этот враг, он тоже хочет, пришел украсть и убить, детки, и также вас. А что сделали его родители? Они его спрятали куда? В корзинку. И что они сделали? В корзинку. И вот они осмолили вот эту корзинку. И они отпустили его по реке. Правильно, детки? И так он был спасен. Я хочу, чтобы вы сегодня, родители, вот эти корзинки осмолили молитвами. Потому что в этом мире вот нашим деткам им надо расти. Сегодня они вырастают в мире. Мы не вырастали в таком жестоком и греховном мире. Мы не знали вот эти все грехи, которые есть, которые сегодня есть. Когда дети приходят и говорят: папа, прошлый год вот эта девочка, она называлась, еще девочкой была, она сегодня приходит и говорит, что она уже мальчик. Вот это все грех сегодня, и наши детки вот эти маленькие, они находятся в этом мире. Я хочу, чтобы мы сегодня преклонили колени, родители, чтобы вы помолились. Но в первую очередь, детки, я хочу также, чтобы вы помолились. Я хочу знать, сколько сегодня кто из вас будет молиться. Поднимите руку, пожалуйста, детки. Вот один братик, сестричка, еще одна. И ты будешь молиться. У меня три сестрички. А ты будешь молиться сегодня? Да. Помолимся, да? Давайте, друзья, мы все, братья и сестры, преклоним колени и помолимся. Детки, пожалуйста, кто желает молиться, молитесь. Благословенный Отец наш Небесный, во имя Господа нашего Иисуса Христа, Господь, мы еще раз хотим благодарить Тебя за нашего Спасителя Иисуса Христа, за то, что, Господь, Ты пришел в этот мир. И вот наследие наше, детки наши, они еще раз напоминают своим пением, стихами, что Ты пришел в этот мир. Господь, они прославляют Тебя, они любят Тебя. Господь, но мы сегодня хотим просить милости и благословения на них. Господь, в мир, в котором мы живем, полный пороков, греха и тьмы. И мы, Господь, призываем Твое святое имя, просим благословения на них, чтобы Ты благословил их. Да благословит Господь Тебя и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир. Аминь. Сегодня в начале собрания я немного удивился, что вот эти вот передние ряды у нас так сильно заняты. Потом понял, когда дети запели, и вы достали свои телефоны. Вы сели сюда, чтобы вам лучше видеть, как ваши дети участвуют, или чтобы смотреть, как они себя ведут? И то, и другое, наверное, да? Я видел, как некоторые из вас широко показывали, как рот надо открывать, а некоторые пальцем грозили. Я смотрел на детей, и, знаете, такое ощущение, что у каждого из них своя вселенная, и каждый из них где-то в космосе. Но это слава Богу, что они действительно здесь, и они участвуют. И мы верим, что это не пройдет просто так. Они будут в свое время и в дальнейших хорах, и в служениях. И мне кажется, одна девочка вот там впереди, особо активная, она, если не регент хора будет, то, наверное, директор воскресной школы точно. И мы молимся за них, чтобы Бог их благословил, и вас также. И благослови Господь вас, родители. Давайте мы все вместе встанем и споем общим пением. К яслям бедным прибежали пастухи, и во время пения у нас будет также материальное служение.
плачу, в Вифлееме родился Христос, ныне радуйтесь всеми, мир Он нам принес. И за все звездовайся, я снега в лаках, все дороги освещая, благо нам лак. Воздадим благодарение, множество похвал, Бог своего сырения выслушать дал. Аминь. Звездочка милая, звездочка ясная, я-то хочу к тебе. Это было очень давно, это была ночь одной. В небе звездочка появилась, небо светом ее озарилось. Мудрецам она путь указала, где спаситель тихо сказала, преклонить им пред ним колени, помолитесь ему смирением. Хочешь Господа то видать, хочешь сердце шушено, это можно делать теперь. Всем открыто спасение дверь. Нужно только взглянуть на небо, злым и гордым душой не быть, своей искреннюю Богу воззвать и Спасителю сердце отдать. Аминь. Чудно рождение.
Вспоминаю здесь сегодня о рождении Христа и в восторге прославляют Бога детские уста. Так и мы все понимаем и поем хвалу, воспеваем с небесами за любовь Отцу. О спасенный, воспряньте и ликуйте все, поставляйте милость Бога, что дана в Христе. Thank you.
Вновь звучит благая весть, и светлеет лица. Что нас с вами здесь радостью делиться? Я того рожден Христос, что в мире этом. Меньше было горе, слез, больше было света. Он родился, чтобы обнять нас любовью вечной. Путь на небо указать жизни бесконечной. И поэтому звучит радостное слово, и скорбящим мил дарит Рождество Христово. Аминь. Слава Богу, братья и сестры! Знаете, написано, что Господь из уст младенцев и грудных детей устроил хвалу. Вот как Он это делает? Для него это приятно. Он принимает, вот, когда дети поют и прославляют Его. И это действительно хвала для Господа. Хотя вот все они такие. Вы, родители, тоже такие были, да?
Или вы сразу были такими взрослыми? Но это слава Богу, вот они такие все. И я думаю, что Бог на нас смотрит, и мы в глазах Бога тоже вот такие. Это нам, вот мы о себе так думаем, что мы уже такие взрослые, и все у нас так верно. В глазах Божьих мы Его дети. И Он радуется, когда мы Ему служим, когда мы Его прославляем, когда мы исполняем, и когда мы взрослеем, и когда мы становимся зрелыми. Поэтому да благословит Господь и родителей, и детей, и тех, кто занимается. Вот с ними я вижу, что это много нужно сил и терпения, чтобы научить детей, чтобы они могли поучаствовать в служении. Слава Богу! Давайте мы встанем, помолимся в заключение нашего собрания. Господь наш, мы благодарны Тебе за то, что вот сегодня хвала была из уст детей. Мы благодарим Тебя за то, что Ты принимаешь эту хвалу. И мы сознаем, что мы все дети в глазах Твоих, мы Твои дети, Господи. И Ты принимаешь нашу хвалу, наше словословие. И мы желаем прославлять Тебя, потому что Ты достоин этой хвалы. Ты пришел на эту землю, Ты стал человеком, чтобы стать нашим спасителем. Благодарим Тебя вот за эту весть, которая вновь была возвещена детьми, которые пели, рассказывали и прославляли Тебя. И мы молимся, благослови этих детей, каждого из них. Храни их в жизни, когда они будут вырастать, когда они будут становиться подростками и потом молодежью. Господи, помоги, чтобы каждый из них не потерялся в этой жизни, чтобы они были в церкви, чтобы они могли дальше участвовать, прославлять Тебя. Благослови родителей их, дай мудрости, воспитание, примеры, которые нужно показать. Благослови всех тех, кто занимаются с этим хором, чтобы этот хор и дальше мог совершать это служение для славы Твоей. Благослови, Господи, нас вот на эту предстоящую неделю, где бы мы ни находились. Помоги нам помнить, что мы услышали, чему мы научились в церкви, для того, чтобы исполнить это в жизни. Благослови молодежь нашу, вот предстоящее молодежное общение благослови. Да будет во всем Тебе слава. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Духа Святого, да пребудут со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры.